Приветище! Здесь Фактори, мы продолжаем здесь строительство. Строительство громадных, огроменных и вонючих заводов, которые коптят и пылят и много всего другого, которое очень плохо сказывается на планете. Но что поделать, жизнь такая, выкручиваемся как можем. Тем более все это засирает один человек по имени меня. Какой злый день, ужасный просто. В общем, что в прошлой серии мы сделали? А много чего мы построили и поставили угольный завод. Также я сделал вот такую вот арматурную пушку. Сейчас покажу тебе, вот она. Вот так вот стреляет очень мощно арматурой. Перезарядка, правда, очень долгая. И стреляет он всего по одной штуке. Но я думаю, что это будет очень дельно. А что мы сегодня будем делать? Во-первых, я хочу дойти до угольного того нашего производства, которое энергию вырабатывает, и запихать в него вот такие вот три модуля, чтобы увеличить мощность. Потому что мощности его нам не хватает чертовски. Особенно, когда вот эта штука работает. Утилизатор. Чертов утилизатор. Так, потом. Я хочу ускорить процесс производства винтов. Здесь уже два модуля стоит. Потом производство из слитков вот таких вот прутов. И хочу заменить все вот эти конвейеры, потому что конвейеры у нас медленные. Смотри, я произвожу уже 4 винта в минуту. Так, подожди, 80 винтов в минуту, запутался. А конвейер у меня выдерживает, сейчас тебе покажу, всего 60 единиц ресурсов в минуту. А надо поставить этот конвейер, который 120 единиц в минуту. Так что мы ускорим процесс поставки всего вот этого наверх. Это очень нам ускорит процесс создания роторов и прочее. Так, я сейчас хочу пойти мимо пройти упавших дронов и поставить там вот эту вот штуку. Зажигатель. У меня всего хватает. Медной проволоки не хватает. Сейчас мы ее возьмем и отправляемся в дальнее путешествие. Конечно же, какое путешествие без тачки? Ё-мане, ё-парельце-те, токийский дрифт, погнали, окошечко открыли, Черт, недалеко уехал. Хорошо, что тачка без топлива, это меня просто не может не радовать. Правда, рулится она, а что случилось, почему у меня вправо не едет, нифига? Колесо вправо поворачивается, но она едет влево, это как называется? Надо на СТО заехать, срочно. В сервисный клуб по мини-тачкам. Оп-оп-оп, дружище, подсоби... Да ну нафиг. Не-не-не, спасибо. Я, наверное, пешочком быстрее доеду. Все, бежим. Мототележку можно было, в принципе, не брать и ставить ее где-нибудь. Короче, ищем вот такие вот обломочки. Обломочки. Здесь я вроде все собрал. Ой, я, кстати, только сейчас заметил, что вон там наверху тоже разбился один дрон. И кажется, у меня пукан горит. Ты что, офигел? О, настало твое время. Витя, выходи. Я свой ствол буду называть Витей. Шикарное название. Витя или Виталик? Не, пиши, короче, в комментариях, Витя или Виталик я его буду звать. Но, скорее всего, нифига себе, с двух попаданий ушатал. Вот это я понимаю, я теперь вообще никого бояться не буду. Спасибо тебе, Витя. Витя-Виталик, Витя-Виталик или Виталик-Витя. Надо, короче, определиться с названием, а то двойное название это не то. Ну, а тут у нас что? Ага, 30 мегаватт. Сейчас, короче, поставим вот эту штуку. А у меня, по-моему, ничего сжигать-то и нечего. Подожди, что реально? А, биотопливо есть. Я же бензопилу с собой взял, так что отлично. Значит, подрубаем теперь проводок сюда. 30 мегаватт. Он у нас как раз 30 мегаватт вырабатывает. Закидываем топливо. И пробуем открыть. Что это? Жесткий диск. Здорово. Все, спасибо, что поработал. Давай, до свидания. А я побежал дальше. Блин, знаешь, что я подумал? Жалко, у нас нет лебедки. Чувачок, ну давай, дрись не отсюда. Это мои провода, я их тут делал, что ты тут ползаешь? О, лифт какой огромный. Вечно на него смотрю, я офигеваю, какой же он здоровый. И это построил я один. Короче, жалко, у меня нет лебедки, которая бы вот так вот хоп зацепилась, и я бы по этому проводу мог катиться. И пофиг, что он под напряжением. Было бы круто. Знаешь, типа как это... Как она называется-то? Эта штука, когда ты скатываешься по тонкому такому проводу-то. Блин, забыл. Ну ладно, ты понял. Ты понял, про что я. О-о-о, смотри, бежал так, убежал. Смотри, что нашел. Сейчас, Витя, выходи. Бах. Вон ту сферу сейчас заберем. Он еще и стреляет. Ты посмотри, давай вылази из воды. Ай, пофиг, я сюда вот. Пока он там ползает, я у него сферу свистну. Ваза.
Ну ты идиот, я у тебя сферу звизнул, пока ты купаться. А его, походу, течением унесло. А, он... Хе-хе-хе, забавно. Обратно побежал, давай. Ну ты Вася, реально Вася. Ну хорошо. Ай, слезы потекли. Ладно, не плачу. Все, мы почти добежали, осталось только каким-то макаром и каким-то каком кверху взобраться наверх, вон туда. И когда у меня, кстати, уже появится противогаз? Очень хочу противогаз. Тут просто можно было бы вот так вот подняться через вон те клубни токсинов и все. А сейчас мне придется тут... А может сделать мост уже? Давным-пора надо было его сделать и не париться. Значит, на начале мостика отсюда сюда будет по водопаду проходить. Вот этот вот шикарный фундамент. Осталось тут только как-то зацепить. Ну вот, пойдет. И теперь давай наверх. Нам нужно наверх. Кверху. Ей. Бетона у нас с тобой дофига, 455 единиц. Дальше мы поднимаемся сюда. Мост готов. Отлично, тут можно даже сделать вот такую вот еще штуку. Опа-на. Ну, короче, я почти достроился. Почти вот. И как ты видишь, я в стену вхожу. Сейчас будем маневры искать какие-нибудь обходные. Так, ну, наверное, через бок, да? А еще я слышу здесь какой-то странный звук, как будто тут есть слизень. Так, ладно, все, мы тут тогда пристроимся. И туда в бочину будем уходить. Вот таким вот образом. А может быть в другую сторону? Так удобнее будет? Да, давай в другую сторону лучше уходить. Потому что завод у нас находится на той стороне, поэтому давай здесь. Так будет лучше. И вот тут можно уже вверх строиться. В принципе, башкой тут ни обо что не ударишься. Отлично. Ну вот и все, мы взобрались. Интересно, по водопаду я смогу забежать? Он меня не снесет. О, тут обрывчик-то какой, а. Ладно, сейчас еще построим что-нибудь здесь. Вот. Вот так. Я в водопаде, ты гляди. Прикольно. Я под водой. А где здесь это? Это что вообще? Как это вообще? Где я нахожусь-то? Я что, между текстурами, что ли? Не понял. Подождите-ка. Дайте-ка я сюда выйду. А, ну я под водой, я просто под водой. А где слизень-то? Где-то здесь слизень, я слышу его. Он, наверное, вон там. Давай-ка попробуем залезть и посмотреть, что там. Ну-ка. Слизень, где ты? Я слышу, что ты тут где-то. Прям. Слушай, он в этом камне внутри, что ли? Что-то не вижу я. Ты слышишь это? Со мной опять кто-то болтает. Как тебя забрать? Короче, она внутри, вот здесь, вот в этом коконе. Тут даже искорки пролетают, если посмотреть. Вот они, видишь? Давай-ка здесь тачку поставим. Я сейчас на нее залезу. Хопа-на. И наверх. Не, наверху точно ничего нету. А, нет, тачка, нет! Стой! Господи, фух! Чуть не потерял свою тачку. Моя первая, единственная тачка. Ну, хорошо, я понял, что оно где-то внутри. И здесь никак не залезть туда внутрь, поэтому разбираем это все. Может, это какой-то баг, я не знаю. Сюда тоже не пройти внутрь камня. Короче, фиг его знает. Ладно, все, наверх. Только вверх. Ты гляди, как я грамотно рассчитал-то почти, а? От того угла к этому углу как раз мне хватает... Наверное, хватает, сейчас узнаем. Моего мостика. Даже? Ну, вроде да. Последние шаги остались. Ей! Все, мост готов. Мост готов. Вот сюда забегаешь, и все. И все. Ну, здорово, здорово. Короче, вот мост идет. И вон там вот мост. Ну, тот мост ты видел. Вот она, моя водокачечка, качает по трубам водичечку. Предприятие дымит. Сейчас мы ускорим его, конечно же. Сейчас ускорим. Надеюсь, что подачу воды и турбину прокачивать не нужно будет. Итак, смотрим. А, я сюда уже закинул же. Точно, я совсем забыл. Вот.
Но мы-то, кстати, знаем, что тут у нас есть еще уголь. Где-то здесь. Вот. Вот уголь. Может быть, здесь еще один поставить? Сейчас, подожди, посмотрим. Е-ё! Всего в достатке. Значит, еще одно угольное предприятие у нас здесь встает. А, блин, какое угольное предприятие? Угольное предприятие встанет здесь рядышком, а тут у нас будет добываться уголь. Но зачем добывать уголь, если у нас добывается уголь там? Причем угля у нас добывается очень достаточно. Оно прям здесь даже застаивается. Можно разветвитель поставить от этого бура, и все. И все. Давай, короче, строим. Угольный генератор. Его надо поставить так, чтобы еще и до воды было близко. Ну, типа вот так. Я ж правильно его развернул? Нет, неправильно, разбор. Отверстия входные с другой стороны были. Так, втыкаем. Ну и все, теперь все это осталось сюда завести. Как бы это еще грамотно тут поставить-то, все воткнуть. Так, норм. Ага, вроде норм. Отлично. Значит, один идет сюда, другой идет... О-о-о, спокуха, спокуха. Не паникуха, а другой идет... Подожди. Вот так сейчас сделаем. Поднимайся. Есть. И потом вниз. Все, а тут труба будет проходить. Теперь нужно с трубой решить. Труба-разветвитель мне нужна. О, как она качается. Смотри, они живы как будто. Обалдеть. Как кишечник. Забавно. Так, давай посмотрим теперь про трубы. У нас есть? Да, у нас есть трубопроводный насос. Для чего он? Высота подачи позволяет поднять жидкость вверх на 20 метров. Понятно, для чего насос. Но нам нужен вот такой вот крестовик. Надо теперь понять, куда его воткнуть. Типа, вот здесь где-то его поставить, что ли? Ну-ка, давай вот это уберем. Здесь крестовик воткнем. Давай, втыкайся тут где-то. Где-то вот так вот втыкайся. Ну что ты? Ну что ты? Он, прикинь, втыкает. А, я понял. Надо заглушку убрать. Подожди. Ну, вода же стоит, да? Мне вот интересно, если заглушку уберу, вода польется, нет? Нет, здесь все равно тоже заглушка. Тогда зачем заглушка? А, это опора же. Опора, точно, точно. Ну ты что-нибудь соображаешь, что ли? Подвернуть. Вот. И зачем опора, если все равно все в воздухе висит? Забавно как-то это все. А, и трубу мы подсоединить здесь не сможем. Надо повыше поднять тогда. Подожди. Подожди. Что это? Что за извилина? Ладно, ладно, я понял. Разбираем, значит, эту штуку. Сейчас надо будет сделать опору по-другому. Эти трубы. Вот идет труба. Прямо отсюда встает. На этот разделитель. О! И вот сюда теперь. Хлыбыщ. И все. Все грамотно. Теперь трубу надо проложить. А у меня, надеюсь, меди хватит. Меди нет. Меди нет. Пойдем делать медь. Медь, медь, медь. Так, вот. Слава богу, у меня куча слитков медных, из которых я сделаю себе медные листы. Это же шикарно. Великолепно, волшебно. Так, хватит. Ну, давай теперь. Погнали. Погнали, 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 погнали. Вот так встанет норм же. Ух, как проходит миллиметр. Все. Подача того сего есть. Че там с углем-то? Уголь-то. Ты работаешь? Нет? А, ну конечно же он не будет работать, потому что я все остановил. Все вообще. Так. Ну, давай запускаться. Давай посмотрим. Поехали. Уголь пошел, 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 пошел. Туда-сюда. Раскидываем уголя. Ага. Отлично. Вода сюда должна поступать. Есть. Есть 50 кубометров воды. А, подожди, а здесь сколько вырабатывается вообще? А, да тут до 200 кубометров воды. То есть на 2 угольных производства мне вообще хватает. Там еще можно 4 таких поставить, и турбины хватит на 4 угольных производства. Это вообще мощь, мощная мощь. Так, значит, впихаем сюда вот эту штуку. Хоп. И сюда еще. Видишь, турбина там остановилась, не слышно ее. Перестала работать. Типа, а почему? В смысле? В смысле, что электричество кончилось? Какого? Как так? Как так вышло, что электричество кончилось? Что? Почему? Не понял.
Непоняточки вышли. Так, сколько я могу сюда подключить? Нисколько. Давай тогда мы вот этот генератор подрубим вот сюда. Где здесь у нас это? Вот, к этому кабелю. Во. И сколько у нас тут электричества получается? Ну-ка. Все равно 185 мегаватт. Да в смысле? Тут теперь два производства по 100... А, ну, они же не работают, они же стоят. Вот, заработал. Все, поехал. Поехал, пошло. Черт, тут труба, конечно, немножечко к конвейеру прилипла, но не страшно. Ух. И что в итоге? Сколько у нас электричества? Давай посмотрим. Где столбы? Столбик. Это что тут был? Вот. И у нас электричество... Максималочка 300 мегаватт. Титан. Я просто титан по выработке электричества. Ну все, здесь я закончил. Можно чесать домой. По нашему крутому новому мостику. Подожди. Подожди. Я ж тут видел, вон, видишь, звездочки падают. Там же еще тоже вон разбился дрон. Надо сходить посмотреть, что там случилось с ним. Жесткий диск с него вытащить или, может, припас какие ценные. Короче, слизняк где-то здесь был. Вот где-то вон там. Здесь слизняк есть. Слизнячок, ты где? Нет, только не говори, что он в камне. Чертова регенерация карт запихала все в камни. Смотри, никак не достать. Вот это подстава. Подстава. Когда я научусь камни ломать? Я же смогу камни ломать? Вроде да, вроде смогу. Так, так, так. Я здесь все... Ой, 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 ой. Привет. Черт. Опа-на, свинюшечки тут какие дикие. Кабаны. Пумба. Завязывай. Черт, тут еще один, по-моему, был. Или мне показалось? А, это здоровяк вон тот. Пумба, тихо. Где твой Тимон? А, больно. Больно, зараза, бьет. Ну все, хватит. Вот он, броненосец. А, там второй подбежал. Они реально жесткие. Ё-моё. Он в броне прям такой толстенный. Эл, спокойно. Есть, готов. Готов один. Вот это я забираю. Где второй? Второй, иди сюда. А этот, по-моему, поменьше, да? Ау! Да вы достали. Воду, срочно воду. Воде мне не должны достать. Хоп. Так, ну воду-то ты не залезешь же, правильно, браток? А я пока пожру. Фух. Чуть свою пятую точку там не оставил. Кабанам диким этим. Живодер, как можно с человеком единственного на этой планете сожрать или убить? Я вообще в красную книгу занесен. Ладно, давай разбираться. Че это было? Такое ощущение, как будто у меня пушку отобрали. Ну че ты? Давай, заходи в водичку, помоемся вместе. Вот с этим быстро разобрался. Может, я в того просто неудачно попал. Хотя тот был пожирнее, если честно. Давай посмотрим, что они тут охраняли. Что тут валяется? Ух ты. Спокойно. Мне показалось, что меня опять кто-то толкнул. Мотор какой-то. Винтики. Компьютер. Что-то еще тут нет? Сколько всего интересного. О, медная проволока. Так, главное ничего не упустить. Вроде бы все. Давайте теперь посмотрим, что здесь у нас. Требуется 50 мегаватт. Да вообще не вопрос. Сейчас в легкую. Подрубаем все это дело. Теперь надо модуль сюда воткнуть. А, стой, подожди. Блин, я модули-то все забрал. Забрал. Да и пофиг, смотри, мы как выкрутимся. Мы сейчас сделаем два этих штука. Ну, сжигателя, в смысле. Хоп, хоп. И еще один сжигатель. А, медных листов у меня нифига. Обломись. Не сделаешь ты ни шиша. Ладно, побежали, да. Почему угольные заводы у меня опять не работают? О, заработали. Они то красный, то белый. Он, смотри, то желтый мигает. Что это означает? Турбина крутится, вроде все хорошо. Сейчас надо посмотреть, что происходит там. Чё ты все краснеешь, то белеешь? Покажи мне, что с тобой происходит. А, с водой все-таки напряг, да? Ёшки-матрешки, я думал, с водой не будет такой проблемы. А она существует все-таки. Короче, у нас вода производится в минуту 120 кубометров. Но, в принципе, этого достаточно. У нас потребление идет всего 100. Так, ладно, короче, делать ночью. Я пришел сюда, чтобы забрать вот эти вот две штучки. Давай мы тебя уменьшим сейчас. Вот эти две штучки я заберу. Сейчас верну. Блин, предохранитель что-то сработал. Что за фигня?
Так, ладно, все это втыкаем в сжигатель. Вот так. Накручиваем тебя. Вот, нам надо 50. Запускаем все это дело. И биотопливо. Держи. В смысле? В смысле, это ты? Это ты? Ну давай мощь больше ему дадим. Хоп. Все, поехало. Ёски диски щоды. А, хорошо. Это убираем. Пойдем возвращать наши модули. Ну, что тут произошло? Как это вышло вообще? Держи модули обратно. А, был какой-то большой скачок. Ну ладно. Втыкаем. Перезапускаем. Короче, непонятно, какая-то фигня тут происходит. Ну ладно. Я думаю, что мы справимся. Возвращаемся к нам на базу. По нашему замечательному водопадному мосту. А что, если я просто прыгну сейчас вот здесь в воду? А, нифига себе, вот эта обманочка. Все равно ты прыгаешь на дно. Морское дно. И бьешь своими пяточками. Черт. Это нехорошо. Вот здесь вот надо, кстати, достроить. А то вдруг я побегу, вот так выбегу и упаду. Это нехорошо. Вот. Ну все. Мост ты мой увидел. Парашют тут, конечно, очень нужен. А если я вон туда упаду? Это будет больно? Нет, давай попробуем. Просто неохота бежать. Оп. Во, ого, вот это глюки. Что происходит? Воды нет, но глюки есть. Как это? А подплыви, всплыви. Во, во. Короче, такое ощущение, как будто я играю еще в раннюю-раннюю версию. А игруха же еще не релизнулась. Ну ладно, тогда можно просить. Можно просить. Или она релизнулась. Тогда не простим. Так, напиши это в комментарии. Я не знаю, релизнулась она или нет. Бежал я такой, бежал и смотрю, вон там слизень высоко-высоко в горах. И надо бы за ним сходить. Он мне чертовски нужен. А, блин, о, блин, а, о, ау, 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 ау. Сейчас посмотрим, кто кого. На тебе. С одной плюги просто. Ну, конечно, жалко. О, в воздухе повисло. Жалко, конечно, на них тратить арматуру. Но зато они меня не кусают. Выкусили, мохи-цикотухи. У меня теперь тоже есть жало. Все, добрались, добра... А, он вообще высоко, 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 прям высоко. Ладно, вот эти штуки я оставлю. Мало ли, вдруг я тут еще бегать буду. А можно его как-то арматурой просто сбить и все, чтобы он упал? Давай попробуем. И... А, слишком высоко, слишком. Давай еще разок. Вот сюда. Не, нифига. Нельзя сбить. О, там тоже есть. Блин, это похоже на какую-то замануловку. Заманиловку. Черт, черт, черт. Ну, тут, понятное дело, их перцы всякие охраняют деловые. Ой, там целых два. Обжег мне пяточку. Не прощу. О, грибы еще. Вот это я удачно зашел. Пожрать есть. Мясо есть. Ладно, давай взбираться наверх. Че? А как еще? Так, значит, хочу конвейер. Вот отсюда. И вон туда. Материала мало, и не факт, что хватит. Черт, чуть-чуть лезть. Чуть-чуть вот. Совсем чуть-чуть не хватило. Тогда мы сделаем по-другому. Отсюда нам должно точно хватить. Вот прям 100%. Делаем. И давай наверх. Вон туда, да. Нам хватает. А вон туда хватит. А вот сюда. Где-то что-то... О-о-о-о-о. Вот так, отлично. Yes! Мы достали тебя, мой слизнячок. Иди в кармашек. Все разобрал, оставил в первоначальном виде. Бежим теперь за другим. Вон тем вот. Это желтый или нет? Если это желтый, я просто офигею. Желтый, ё-моё. Солнце садится. Красиво, кстати, место. Там что у нас торчит? А тут у нас что торчит? А, нет, туда я не буду подходить. Ой, здесь дофига всего не очень крутого. Ладно, мы сделаем как? По стариночке. При помощи наших конвейеров, конечно. Тихонечко сейчас сюда проберемся. Иди к папочке. Желтый слизняк. Радость семьи. А, фу, букашки эти. Так, надо от них скрыться. Бежим.
Блин, там мухи. Мухи. Черт, они бегут, они бегут. Да достань, убери, убери. Больно. На тебе. Готов один. Да че ты, подходи. А, у меня не перезарядился пистолет. Подожди. Ай-яй-яй. Я слышу, что их дофига тут где-то бегает. Ну че ты, че ты? Промахнулся. Промахнулся. Да байди. Ага. Фух. Опасные твари. Вы что, все-таки проснулись, мухи? Вон, точно они вылупились. А я бегу отсюда. Скорее. Я от всех убежал. И от бабки, и от детки, и от жуков, и кабанов. Ну, вернее, я их просто всех пристрелил. Моторным пистолетом. Ну, как тут у меня дела? Как мой тут заводик поживает? Ну что, я думаю, что можно запустить теперь вот эту штуку. Вот. Тут дофига всего перерабатывается. Вроде бы было, да, дофига всего перерабатывается. Надеюсь, что теперь у нас не будет остановок, потому что электроэнергии у нас дофига. На два таких завода хватит, я думаю. Смотрим энергопотребление. Итак, 300 мегаватт. Блин, почему-то все прыгает. Почему у нас прыгает? Видимо, все-таки с водой у нас траблы. Угу. Придется туда вернуться и запихнуть еще один модуль, подразогнать наш водокачалочник. Хорошо, делаем модуль. Целых два мы можем сделать, да? А, подожди. Вы хотите сказать, что с желтого энергослизня я могу сделать два энергомодуля? Серьезно? Ну да, гляди. Классно. Сегодня. Сегодня я еще хотел подразобрать вот эту штуку. Давай мы производство здесь сейчас остановим. Стоп-э. Останавливаем. Мне сейчас нужно подразобрать... Черт, винты надо, чтобы все ушли. Винты уходят? Винты не уходят. Смотри, сколько тут накопилось уже, а. Да, я понял. Ладно, разбираем. Пока это все останавливаем. И ставим сюда более навороченные конвейерные ленты. Хоп. Хоп. А теперь наверх надо. А, подожди, вот это тоже надо разобрать, наверное, да? Потому что мне нужен конвейерный лифт помощнее. Стой, стой, стой. Так, смотрим. Ну да, пошустрее стало все это поставляться. А может быть... Может быть... У меня тут до кучи винтов. Давай-ка я просто вот это сейчас отрублю, чтобы сюда не поставлялись винтики. Пускай они исключительно наверх. Вот это тоже надо разобрать. И делаем помощнее конвейерный лифт. Вот так вот. Здесь нам тоже надо все это подразобрать. Вот эти вот все конвейеры. Ну, давай теперь все это делать обратно. Мне сейчас нужно тут грамотненько все эти конвейеры выстроить, чтобы давай красиво было. Можно напрямую пускануть. Вот так. А другой идет параллельно. Я, короче, придумал, как вторую конвейерную замутить. Смотри. Так же, как с водой. Ёпрсты. Это все разбираем. А вам тут не нужно. Сейчас все будет цивильно просто. Мы сейчас возьмем вот этот конвейер, уберем и его поднимем. В принципе. А зачем его поднимать, скажите мне? Мы можем сделать как? Отсюда конвейер идет сюда. А оттуда мы его делаем вот так вот и все. И он прямиком идет вот сюда. Что, не хватает что-то? А нет, все хватает. И гляди, все по фэншу, все по красоте. Все поставляется, все как надо. Вроде бы как у нас все работает, все производство. Никаких перебоев у нас нету, и это хорошо. Осталось только винтики еще подразогнать, чтобы больше производилось винтов. Надо, короче, сейчас сгонять его сюда, в хабчик наш, и посмотреть, что там нужно для машинок. Нам срочно нужны машинки. Вот эти вот штуки, машинки. Короче, нужны железные пруты, куча кабеля, которые у нас есть, роторов 100 штук, и 25 модульных каркасов. Модульный каркас у меня семерочка здесь валяется, забираем. Ну и пойдем смотреть, что по роторам. И как бы нам производство переделать на модульные каркасы. Роторы. Сколько у нас? 52 ротора. Нам еще надо столько же. А что насчет каркасов? Так, вот это у нас предприятие может каркасы делать, правильно же? Да. Нужны прутья и усиленные железные пластины. Ладно, давай пока запихивай здесь все. Вот это сюда, это тоже. Нам, короче, остается только каркасов понаделать и роторов. А еще нам нужно жесткие диски. Жесткие диски. Вот, целых два жестких диска. Давайте изучать.
Фига себе, тут жесткий диск, да это двигатель, а тачки какой-то, ё-моё. А, знаешь еще на что похоже? На черный ящик, как в самолетах. Так, значит, идем перенастраивать наше предприятие на производство конструктор... А, как их там? Каркасных модулей. Во. Итак, значит, ты у нас будешь производить каркасные модули. Модульный каркас, или какая пофиг вообще. Сюда нужно подвести усиленные железные пластины. Они у нас, кстати, вот делаются. Только как-то не совсем удачно. Давай заберем. Эту разберем. И просто тогда подведем сюда. Можно, кстати, из обычного конвейера это все сделать тут. Не нужны такие навороченные. Значит, вот. Ой, как кривенько. Кривенько. Давай сделаем нормально. Читы. По красоте, чтобы все было. Вот. Значит, тут у нас будут вот эти вот усиленные железяки поступать сюда. И железные прутья осталось как-то поставить. Здесь у нас листы металлические поступают. А прутья где у нас делаются? А, прутья вон там. Прутья вот здесь. И они идут вот здесь сверху. Ага. Делаем конвейерную ленту отсюда. Вот так вот, если мы поставим, норм же будет? Вроде да. Ставим. И тащим ее вот сюда пока. Тут надо поднять. Вот. Теперь она идет сюда. Вот хорошо. Прям идеально. Теперь нужно его развернуть. И тащить вот сюда. Осталось дело за малым. Вот это разобрать. Здесь сделать вот так вот. И все. Красота же. Ну красота. Мы смогли провести. Блин, я тут немножечко... Да ладно, немножечко скосил, но не страшно. Ты посмотри, какая у нас идеальная конвейерная лента. Ничего друг другу не мешает. Просто перфекто. ММА завершило исследование. Побежали скорее туда, посмотрим, что же там открылось. Ну что там, мам, давай показывай. Ох ты, блин. Короче, сырой бетон я смогу получать с водой. Медный... О, предохранители сработали. Медный сплав я смогу получить из железной руды. Или медного сплава у меня еще даже и нету. Подожди, так. И медный ротор. А медного ротора у меня точно нет. Что лучше выбрать-то? Ну давай пусть будет слиток медного сплава. И продолжаем изучать жесткие диски. А я пойду посмотрю, что там у меня случилось. Вообще не понял, а что произошло? Просто взяло и отрубилось. Потребление было 140 мегаватт, потом произошла просадка до 151 мегаватта. Ну, короче, я не вижу, что случилось, почему, как так? Видимо, когда... А, ну да, вот смотри, я вижу, вот просадок идет, и мы прям по грани ходим. Надо что-то ехать и делать с водой. Смотри, какая красота издалека-то, как это все смотрится. Прикольно. Такое ощущение, как будто это, знаешь, дамба, но которая пропускает воду. Ну шо, Generation? А давай мы сейчас попробуем тебя прокачать. Значит, держи модуль. И да, у нас сейчас объем воды возрос. Давай-ка мы сейчас желтого. Вот ты посмотри, ну как это так? Предохранитель сработал. Из-за чего? ММА завершил исследование. Ну блин, да черт с ним. Вот смотри, опять соприкосновение. 150 мегаватт. Почему у нас тут просадки? Я вот ехать не могу. Два огромных завода производят 30 мегаватт, но случаются просадки. Из-за чего? Что не так? Опять питание. Давай-ка сбросим во всей сети воду. И сделаем так, чтобы она поставлялась во все трубы равномерно. Так, значит, смотрим. Здесь у нас идет поставка воды. Турбина у нас там разгоняется. Что у нас здесь? Здесь у нас пока все стоит. Ну, короче, все, я воду сбросил один разок, и вроде бы у меня все нормально. Везде давление одно и то же, точнее, не давление, а трубы заполнены на максимум. Потребление идет максимальное 261,3. Никаких просадков нет, и это прям крутотенечко. Дело в том, что здесь труба была наполнена водой, а здесь нет.
И получается, турбина качала в основном в эту трубу, а когда я все сбросил, она начала качать в две трубы. И вот вроде бы здесь все полно, и здесь все полно. И вроде как все работает. Надеюсь, что проблема была в этом. Это, блин, самое утомляющее — бегать оттуда сюда. Это ужас просто. Может, мне дорогу сделать, проложить трассу и гонять на своей мототележечке? Так, значит, экспериментум. Запускаем вот эту штуку и смотрим потребление энергии. Выдержит ли у меня это все? Хотя там, по-моему, 30 мегаватт, а у меня запас еще был 45. Смотрим. Потребление прыгает, пока непонятно, сколько у нас максималочка. Ну, вроде бы все работает, ничего не отрубает. По электричеству у нас никаких скачков нету. О, смотри, вот это сколько у нас тут было? 200, 220 максималочка у нас достигает. Пока держимся, пока все хорошо. 38 у меня модульных каркасов тут уже сделалось. Это очень хорошо. А роторов сколько? Мне нужны роторы. Роторов 72, все. Все. У нас всего в достатке, у нас будут тачки. Пойдем, еще и в ММА надо забежать. Посмотреть, что там с исследованиями. Вначале мы отправим вот это вот все. Ой, вот так вот. Поехали. Автомобильный транспорт теперь у нас доступен. Это очень хорошо. На больших грузовичках теперь можем кататься. Спасибо, я не хочу это слушать. А ММА, что ты нам скажешь? Так, ну давай вот эта прошитая железная пластина. Пусть она будет. Чего бы нет. Так, насчет тачек теперь. Вот они наши тачечки. Грузовая станция и трактор. Мототележку теперь можно оставить. Вот здесь вот. На ней я буду гонять, не знаю когда. И буду ли вообще гонять. А где оно у меня, кстати? А, вот оно. Ее сюда закидываем. И ставим трактор. Ух, круто. Круто. Заправить его, правда, нужно еще. И единственное, я помню, что у него были где-то контейнеры. Где у тебя заправочный бак? Сюда? Сюда? Да, топливо. Топливо, соответственно. Сейчас я тебе достану. Вот, 200 вот таких вот штук. Держи. И сюда я теперь могу складывать все барахло. Это круто. Погнали. На таком тракторе вообще теперь наваливать можно. Ништяк. Он же вездеход. Катайся где хочешь. Блин, закат, а я хотел фоточки сделать. Не, только не закат. Я догоняю тень. Или не догоняю. Максимальная скорость 50 км в час. Ну, слушай, на такой тачке теперь удобно гонять до угольных генераторов. Жалько, конечно, в солнечную погоду я не успел заснять трактор этот. Придется подождать. А, во, смотри. В смысле? Я кручусь, короче, и тень. Как-то так выходит. Куда я, туда и тень. Что за подстава? О, я ж гудеть еще могу, круто. Ну, все, я, короче, тут накатался, нафоткался. Сейчас надо дня еще подождать. В общем, на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забывай ставить лайки и подписываться, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем ролике.